Здравствуйте, дорогие зрители! Как вы уже, наверное, знаете, на данный момент существует множество способов взломать любой аккаунт, будь то почта или социальная сеть. Конечно, для взломщика должна быть мотивация. Это какая-либо информация о вас, и, конечно, взломщика интересуют ваши деньги. При регистрации в любом из ресурсов в интернете вы ставите свой аккаунт под придуманный вами пароль. Так вот, самой распространенной ошибкой, которая может поставить под угрозу ваш аккаунт, это слишком простой пароль. К таковым можно отнести номер вашего мобильного телефона или же набор из одних лишь символов алфавита. Такие пароли оставлять лучше не стоит. Программы взломщиков с легкостью подберут такой простой пароль. Чтобы сделать надежный пароль, возьмите лист бумаги и попытайтесь написать пароль, содержащий буквы латинского алфавита или же русские слова в английской раскладке в сочетании с символами доллар, процент, тире, точка, запятая и так далее. И также цифры. Старайтесь придумать пароль подлиннее, больше 80 символов. Есть в таком пароле недостаток, его сложно запомнить. Единственный выход – записать его. Ну а после установки основательного пароля старайтесь не светить свой логин аккаунта и e-mail. Соблюдайте два простых правила, и ваша почта или ваш аккаунт в соцсетях будут только в ваших руках. На этом все. Желаю вам надежно хранить вашу информацию. Дополняйте в комментариях, оценивайте это видео. До новых встреч!